Каждый год 3 воскресенье июня казахстанцы отмечают День медицинского работника. В преддверии этого профессионального праздника аким города Талдыкурган Ернат Базиль поздравил врачей областного центра. Более 40 специалистов здравоохранения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за свой бесценный вклад в неустанное стремление к оказанию помощи и защите здоровья населения. В своей поздравительной речи градоначальник отметил, что медицинские работники играют важную роль в сфере здравоохранения. Эти выдающиеся профессионалы помогают людям предотвращать болезни, но и являются основой сферы здравоохранения. Их неутомимый труд и преданность делу, забота о здоровье граждан создают основу для благополучия и процветания нации в целом. Сейчас в Талдыкургане численность средних медицинских работников составляет около 3000 человек, среди которых 931 врач. Хочу, во-первых, поздравить сегодня всех своих коллег, всех медицинских работников с профессиональным праздником. Самое главное, желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Я очень рада, что я здесь сегодня пришла, участвую здесь. И я в этом роддоме работаю уже 38 лет. Я очень рада. Спасибо вам всем. Всем большое с праздником, мои дорогие коллеги.